пишу тебе письмо про то, что больше не могу смотреть на дерьмо, про то, что больше нет сил, про то, что я почти забил, но не забыл тебя. Про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал, но только я его послал, сказал, что болен и устал, и эту ночь не спал. Я жду ответа, больше надежд. Хоть час, когда нам повезет.